Главное желание у всех, кто будет участвовать в первом международном чемпионате по функциональному многоборью пожарных и спасателей, конечно, выиграть. А что из этого получится, смогут увидеть все желающие, даже те, кому не удастся прийти на место состязаний. Онлайн-трансляция всего соревновательного дня будет в Иркутске доступна на YouTube. Начнется она за час до старта мероприятия, который намечен на 11 утра 29 апреля. Съемка будет вестись с двух видеокамер и беспилотника. Ведь и масштаб чемпионата впечатляющий. На участие в соревнованиях заявились 47 команд. Большая часть из них мужские, но есть и женские, даже детские. Всем необходимо будет пройти ряд непростых испытаний. Пожарно-спасательный кроссфит зародился именно в нашем регионе и представляет собой эстафету из 5 этапов. В полном снаряжении участники будут выполнять махи 24-килограммовой гирей, выброс штанги весом 40 килограммов, перемещать автомобиль за канат.